Дамы на чемпионате мира. Разные страны владеют золотыми медалями. Россия в спортивных парах, Канада у мужчин-одиночников и в танцах на льду Соединенные Штаты Америки. Ну а теперь основной момент сегодняшнего вечера для тех, кто не спит на территории России. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, не имеющие на своем счету ни разу оценки 100 баллов за произвольный, но являющиеся обладателями звания чемпионов Европы, готовятся побороться за бронзу первенства мира.
Супер. Молодцы, ребята. Это очень сильное выступление. Я считаю, что нельзя было на их месте выступить лучше. Во всяком случае, то, что это лучший прокат для Боброва и Соловьева в этом сезоне, на мой взгляд, это настолько очевидно, что даже не требует каких-то дополнительных числовых доказательств. Скажу, наверное, крамольную вещь и очень порадуюсь перед тем, что сейчас у меня не могут полететь различные предметы, на вроде фруктов, овощей и прочих продуктов куриного производства. По степени воздействия на психику Катя с Димой были очень близки, почти сопоставимые с Вирчу Мойром и Дэвис Уайт. Хотел бы сказать, что на том же уровне не могу, но почти. Вот дотянули они, дотянули. И уж точно наработали на свою сотню. Вопросов нет никаких, 100 баллов 100%. И теперь осталось только узнать, что же будет у французов. Ну, смотрите, довольны сами спортсмены. Александр Жулин традиционно, очень сдержанно. Сейчас мы не слышим, к сожалению, вот на этой камере. Нет, не слышим. На этой камере звук не настроен так, чтобы идти в наши наушники, и поэтому мы не можем услышать, о чем же там говорят фигуристы и тренеры. И в итоге сейчас придется дождаться окончательных объявлений оценок. Но арбитры сегодня, точнее не арбитры, а техническая бригада невероятно строга в том, что касается постановки уровней. Никому не удалось получить четвертый уровень за дорожки, включая и Дэвис Уайт. Но и Бобров и Соловьев получают даже не третий уровень. Это настораживает. Плюсуют хорошо арбитры, но не третий уровень за две дорожки. Это неприятность. Неприятность, скажу я вам. Компоненты, впрочем, очень высоки. Пока. Вот сейчас выставляют последние арбитры свои оценки. Цифры прыгают. Ну что, момент истины для российских спортсменов настал. И он практически настал и для французов. 99-14, чуть-чуть меньше, чем на чемпионате Европы. Не дотянули до 100, где-то почему-то оставляют судьи все-таки себе лазейку для того, чтобы вернуть французов на пьедестал чемпионата мира. Они условия не покидали. Но в любом случае, сейчас у нас третье место, и давайте довольствоваться малым. У нас три места на Олимпийских играх, хотя, казалось, после такого проката Ильиных Косолапова все возможно было. К слову, Лена с Никитой в очередной раз отказались.